это выставка «Сербское искусство». Она впервые у нас в Минске проходит, и проходит она в рамках проекта «Арт Минск». Данная выставка, она еще дополнительно раз напоминает нам о том, что вот единение между народами, оно прежде всего осуществляется посредством искусства, посредством каких-то взаимоотношений, а уже потом выстраиваются какие-то другие отношения. На этой выставке представлено 6 сербских художников, которые были отобраны прежде всего Ассоциацией художников сербского искусства. Взяли 6 художников, потому что этих 6, как и я, можно сказать, что в современном моменте самые активные и самые наблюдения в Сербии в них. Первый раз было в Минске, и огромное впечатление, сильное. Тема, которая задесила мою землю, Алжиром. Все темы связаны с его семьей и со страной, откуда он приезжает. Конкретно вот эта работа связана с генеалогическим деревом, его происхождением семьи и родословием. Для него большая честь, и он очень радуется тому, что первый раз выставляется в Минске. Он выставлялся на всех мировых с этой конкретной работой, конкретно и в Лувре, и везде по миру, Италия, Германия. Но здесь он особо рад и надеется, что белорусский дух сможет это понять лучше, так как он не делает разницу между народами, так как он считает, что это все один народ и духовно, и традициями, и через историю, так что он здесь чувствует себя как дома. Вы знаете что, живопись — это не разговорный жанр. Великий художник Курбе сказал, художнику надо отрезать язык. Самое главное — это процесс. И то, что я сегодня увидел, вы знаете, мы славяне, мы как-то вот чувствуем, кто ближе к нам, кто роднее. И то, что сделано в Минске вот сегодня, с этой галереей, то, что делает сегодня директор галереи, это событие, которое у нас редко бывает. И то, что вот в этой галерее выставка серб, это просто здорово.